Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту PyteADS. Значит, что еще хочу сказать, друзья. Это мой основной YouTube. Кто не подписался, подписываемся. На этот YouTube я в первую очередь выставляю все свои видео. Значит, я хочу показать свое видео. Первое. Надеюсь, поставите на паузу, посмотрите. Посмотрите, когда я вчера писала и все делала в режиме онлайн, было участников 542 человека. Проекту сутки, можно так сказать. Давайте перейдем теперь на страничку. И за сутки уже, смотрите, более 5000 человек. 5407. В общем, эмоции зашкаливают. Народ валом идет в этот проект. Я, конечно, такого не ожидала. Здесь пополнение, кто пополняет. И на 80 долларов, кто-то на 1 доллар. Идут выплаты. Вот мой вчерашний вывод. Мой логин. Я вчера также писала поздно вечером уже видео. Давайте теперь зайдем в кабинет. Авторизуемся. Ну, что еще хочу сказать по этому проекту? Можно начинать зарабатывать, конечно, без вложений. Вы будете просматривать бонусные кошельки, бонусную рекламу. Набираете 1600, по-моему, там баб-поинтов. И у вас появляется денежная реклама. На балансе у меня 4 доллара 10 центов. Ну и давайте посмотрим рекламку. Бонусные бабы вот эти. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 реклама. Кликаем на рекламку. Делаю все в режиме онлайн. Открывается реклама. Вот здесь внизу идет таймер. Вот такой. Все, VFADS. Нажимаем зеленую вкладочку. Или нет? Это надо было вот закрыть. Это нас перебросит. Ага. Это перебросило на рекламируемый сайт. Возвращаюсь. Да, наверное, так. Все, зачет. Опять поставлю на паузу. Я просмотрю все вот эти бонусные пакеты. Бонусную вот эту рекламку. Я просмотрела всю бонусную рекламку. Давайте вернемся в панель управления. И теперь посмотрим платную рекламу. И вот 20 рекламок. Вот по такой стоимости. По 6 центов. 6.066. И таким же образом мы просматриваем платную рекламку. Идет отсчет времени. Нажимаем на зеленую вкладочку. Возвращаемся. Опять поставлю на паузу. И просмотрю всю рекламку. Я просмотрела всю рекламку. Возвращаемся в панель управления. У меня на балансе 5 долларов 42 цента. Вот. Так, сколько у меня? Вот у меня стало 52900 баб-поинтов. Ну, в принципе, это все, что я вам хотела показать. Как покупать рекламные пакеты я вам показывала в прошлом видео. Сюда ссылочку, сюда количество пакетов. Можно покупать с баланса покупок и с баланса прибыли, то есть с баланса на вывод. Один пакет стоит 1 доллар. Минимальный вывод отсюда
также 1 доллар. Вот, вывод я вчера показывала. Следующий вывод я покажу уже в другой раз. Будет другое видео по выводу. И хочу напомнить, кто пополнился вчера, купил АД-пакеты, то платная рекламка появляется сегодня. Кто пополнился и купил пакеты сегодня, то у вас платная рекламка будет только на следующий день. И также, кто пополнится, например, завтра, значит, рекламка будет послезавтра. Ну, вот как-то так. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.